Здравствуйте всем, дорогие друзья! И сегодня грандиозное событие в истории человечества, ну потому что вчера мне пришел донат от человека с ником с камеры из Донбасса, ну который задонатил мне 10 тысяч рублей и сказал, то есть написал в донате, чтобы я сделал омлет из 100 яиц, ну то есть вы можете себе такое новое представить, то есть что такое 100 яиц, то есть 100 яиц это 10 упаковок, по 10 штук, 100 яиц это в среднем 6 килограмм яиц, и вот, два дня назад он мне сделал вот такое предложение. Но хотя я не помню, либо же вчера он меня первый раз задонатил сумму 500 рублей и сделал вот такое предложение. Снял видео и я согласился, но при том условии, что например, я сделал его в кастрюле. В итоге вчера мне пришел донат от человека с камеры из Донбасса, который задонатил 10 тысяч рублей и написал такой текст. Да, похуй, что он получится, хоть даже хата сгорит, залей, просто дохуя подсолнечного масла в кастрюлю и разбивай туда яйца, а то омлет, получится как большое тесто. Можешь добавить еще колбаски. В общем, просто жаришь 100 яиц. Я еще раз хочу сказать огромное спасибо человеку с ником с камеры из Донбасса. Вот это за всю историю моего канала, мне третий раз донатят в такую сумму, 10 тысяч. То есть, два первых раза мне задонатили с условием, чтобы я заказал 10 пицц. Потом еще раз донатили через несколько недель, чтобы я снял обзор на 10 палок новой колбасы. То есть вы все эти видео вы можете найти на моем канале. Было бы это где-то в июне, либо же в июле, я не помню. И вот с камеры из Донбасса взобрался на пьедестал, самый большой донатер. А если сложить его в все донаты, то получится, я даже уже боюсь считать сколько. В общем, я еще раз хочу сказать огромное спасибо человеку с камеры из Донбасса. И вот это будет подготовительное видео. То есть я хочу объяснить, как сейчас происходит подготовка. То, знаете, если бы я не снял это видео, то есть с объяснениями, то вот этот донатер мог бы подумать, что я уже с этими деньгами куда-то уехал на Мальдивы, но нет. То есть ведется подготовка, то есть более того, я решил бы все-таки не делать омлет в кастрюле, а сделать его, как и полагается, в большой, огромной сковороде. Я съездил во все супермаркеты, но нигде мне не удалось такую найти. В итоге я заказал в интернете огромную сковороду. У меня даже есть сомнение, что она поместится ли она в кадре вообще, либо же нет. Потому что заявленный объем вот этой сковороды 9 литров. То есть вы можете себе представить, вот эта сковорода, я ее сегодня заказал, доставят ее послезавтра. Послезавтра, соответственно, само непосредственно видео будет уже послезавтра. А вот сегодня я решил снять такое небольшое объяснение, то есть что происходит в данный момент. То есть, во-первых, я сегодня сходил уже за яйцами, то есть вот, смотрите, взял такой огромный пакет яиц, вроде как должно быть 10 штук, давайте же посчитаем вместе с вами, то есть... Чтобы вы понимали, то есть яйца последний раз я ел где-то год назад, потому что они мне абсолютно не по карману. А вот выпала вот такая уникальная возможность, то есть купить 10 пачек яиц. Так. Холодно. И 10 пачек яиц, то есть я их еще даже не открывал, я их еще даже не смотрел. Возможно, там попадутся какие-то, с повреждениями, может, такое быть, и в итоге, придется еще покупать. Вроде как ничего не полилось, так что все должно быть нормально. То есть, итак,
4, 5. Вот смотрите, баба-таки яйца, и вот это, ну, как раз-таки тот случай, ну, когда я, ну, принципиально старался взять небольшие, вот как все там берут, а маленькие, ну, то есть, ну, как можно меньше, то есть, ну, к сожалению, мне удалось найти только С1, ну, потому что С2 в магазинах найти абсолютно нереально, а С0, ну, то есть, они намного больше, но, то есть, я... У меня даже есть большие сомнения, что вот эти 100 яиц, ну, поместятся в эту, ну, по сути, самую большую сковородку в мире, ну, которую, ну, только мне удалось найти в продаже. А, ну, потому что я нес в пакете, то есть, ну, казалось бы, там 6, ну, килограмм, но почему-то мне, ну, казалось, что там не 6, а 10, вот. Нет, ну, по идее, С1, а вес, здесь вот даже написано вес, ну, 540 грамм, то есть, за одну упаковку, Соответственно, если я все правильно посчитал, все 100 яиц должны легко поместиться. Так. Пять, восемь, девять, десять. Вот, все вот эти 10 упаковок яиц, то есть, вы все честно, не... чтобы все видели, а особенно, ну, донатер с ником сканер из Донбасса. То есть, смотри, все честно, 10 упаковок яиц, то есть, давайте вот чисто вскроем, ну, посмотрим. Обычные, нормальные яйца, то есть, не какие-то там, не перепелиные, вот, как бы, можно, ну, тоже, ну, было, ну, по сути, если бы я был, ну, каким-то не совсем честным, я бы мог сказать, ну, в донате же не написано, что обязательно, ну, куриные, я бы мог чисто 100, но перепелиных, но купить. Но нет, смотри, самые обычные, самые настоящие яички, свежие. Случайно там, из-за того, что у них, ну, похожие упаковки, я, ну, чуть ли не купил С0. Но С0 мне в данном случае абсолютно не нужны. И вот, но дорогие друзья, ну, пока идет подготовка к этому видео, ну, пока там сковородка где-то в дороге еще едет, хотелось бы... немного так, ну, посоветоваться с подписчиками, то есть, ну, как бы вы хотели, ну, то есть, ну, какой бы был формат видео, то есть, ну, там, например, видео на час, а может даже больше, я не знаю, сколько все займет вот этот, ну, процесс, то есть, ну, представьте, там, где-то 9 литров, то есть, еды, то есть, ну, пока сковородка чисто, ну, разогреется, может, но пройти там, не знаю, целое столетие, ну, потому что, ну, как бы, я, ну, когда-то вот там, ну, я еще в совершенно другом городе, но когда я жил в частном доме, но то есть я, ну, когда-то грел воду в ведре, и ведро, ну, было, ну, как раз-таки весом вроде как, ну, 10 литров, то есть вот кожа объема, ну, почти как сковородка, и вот это ведро, ну, то есть оно нагревалось там часами, то есть, ну по сути, ну, целый день оно нагревалось, но я не знаю, ну, то есть сковородка, она должна быстрее нагреваться, либо же еще даже... медленнее, то есть там, где, если бы я хорошо учился, я бы мог вот это все, ну, рассчитать, то есть там плотность вот эту жидкости, то есть что плотнее, вода, либо же, ну, куриные желтки с молоком, я абсолютно не знаю. Соответственно, ну, такой вопрос ко всем, ну, подписчикам, то есть, ну, какое видео вы хотите, чисто скучное, ну, длительное, либо же там, ну, как бы сокращенное, с монтажом, если вот можно так назвать, ну, не знаю, там, минут на 10, вот. Ну, потому что, ну, по сути, на видео, ну, будут происходить чисто однотипные действия, то есть, ну, разбивание 100 яиц, то есть, я, ну, тоже, опять же, я не знаю, сколько времени вот это все займет. Может, час, может, больше, соответственно, ну, будет ли вам интересно смотреть вот это видео чисто звонка до звонка, вот так сказать, то есть, но каждую секунду всей непосредственно моей жизни во время вот этого, ну, процесса, то есть, но разбивание там 100 яиц, там, не знаю, залитие молока, там, слежение там за печкой, то есть, ничего там не сгорело, там, ну, и, ну, банально ожидание, но как бы, ну, того, но пока оно все закипит, так что обязательно напишите в комментариях ваше мнение, то есть, ну, какое видео вы хотите. Я знаю, что у меня есть там немногочисленное число, ну, подписчиков, то есть, ну, которых можно на пальце, на руке сосчитать, но которые всегда, ну, пишут, там, снимай долгие видео, но, то есть, мы там,
смотрим. А есть, ну, большинство таких, но которым вот это абсолютно не нравится. Но, ну, то есть они насиделись там в тиктоках вот этих своих и хотят, чтобы все у них, ну, было все и сразу. Я лично даже не знаю, то есть, ну, естественно, ну, в любом случае я не буду прям снимать весь, но процесс, то есть, вот там, не знаю, вот как бы есть, у меня был стрим, то есть, в любом случае... Я не буду там, например, час стоять чисто над печкой снимать. Ну, в этом абсолютно никакого смысла. Ну, вот такие, ну, какие-то вот все-таки важные детали вот хотелось бы узнать у моих, ну, подписчиков. То есть, ну, какой формат видео вы хотите, вот, напишите в комментариях. И вот еще что, ну, касается самого, вот, как бы, ну, приготовления. Я, вот вам честно... Скажу, я еще вчера сказал, что последний раз я ел, а тем более готовил омлет. Еще я даже не могу вспомнить. Ну, то есть сейчас мне, ну, почти что 30 лет. Но последний раз я ел омлет, ну, когда я был в Египте, то есть в 2021 году. А ну, последний раз я его, ну, как бы сам готовил, наверное, еще лет в 10, вот, ну, без, ну, привлечения. Соответственно, я, ну, как бы, ну, понятия даже не имею, но... Ну, какой, ну, консистенции он должен, ну, получиться, вот, там, сухой, либо же влажный, ну, то есть там все молоко выкипит должно, либо же нет, вот я вот это абсолютно не понимаю. И плюс, вот, что, ну, касается состава, ну, то есть я, ну, купил яйца, завтра куплю молоко, еще там, возможно, вот я часто видел, что омлет готовят с помидорами, вот я, ну, тоже думал, возможно, взять, ну, помидоры, и вот как... Но донатер с ником с камеры с Донбасса написал еще с колбасой. И, ну, и колбасой обязательно вот, ну, куплю. Но так что вот, напишите в комментариях, что ей еще там добавляют в омлет. То есть и на каком его масле, ну, нужно жарить. Вот мне, опять же, донатер с ником с камеры с Донбасса написал, что типа на, ну, на обычном, на подсолнечном. А я что-то в Википедию зашел, там в рецепте написано на сливочном. Ну, то есть чисто... Вкуснее, наверное, будет на сливочном, но оно же за час там может не знаю, ну, в прямом смысле там, ну, распаться на молекулы, вот, ну, потому что оно там может и, ну, пригореть, и полностью зареть, но поэтому я больше склоняюсь, наверное, к подсолнечникам. И вот, ну, конечно же, вопрос, а что дальше делать с этим омлетом там? В комментариях написали, отдай, ну, каким-то бездомным собакам. А где я вам тут найду бездомных собак? Ну, то есть, в наше время я как бы особо и не видел их на улице. То есть, ходить с вот этой огромной сковородкой, ну, по городу, ну, конечно же, не вариант. То есть, искать бродячих собак. То есть, и, ну, конечно же, вот еще такая небольшая деталь, то есть, в прошлом видео я сказал, что я, ну, буду готовить в кастрюле, но нет, я все-таки, ну, решил, ну, купить огромную сковородку, но которая, кстати, стоит чуть ли не половину вот этого доната, ну, то есть за донат, что на мне, соответственно, мне ее чисто жалко будет выкидывать, ну, то есть выкидывать я ее не буду, и у меня, ну, была вот такая идея, то есть, не знаю, возможно, ну, разыграть ее среди, ну, подписчиков, там, не знаю, ну, которые живут в Украине, но потом я... вспомнил, что, ну, как бы ее, ну, нужно же, ну, как-то по почте отправить, а я, ну, как бы не хочу называть свои, ну, паспортные данные, то есть не хочу, чтобы там, ну, какие-то хейтеры меня сдянули. Соответственно, вот, возможно, у вас, ну, какие-то идеи есть, что сделать с этой сковородкой, то есть либо же там, не знаю, если, ну, подписчики, ну, какие-то есть там с Киева, то, возможно, я, ну, передам вам ее из рук в руки, хотя... невольно возникает вопрос, да, ну, кому вообще нужна вот такая сковородка, ну, то есть, вот эта сковородка, то есть, ну, то есть, она вот такая будет, ну, то есть, она, ну, по сути, ну, больше, да, вот, как бы, но лично мне в жизни она с вероятностью 100% больше никогда не пригодится, соответственно, что с ней делать дальше, абсолютно непонятно, но, так что, вот, напишите, возможно, у вас есть какие-то идеи по поводу, ну, будущего сковородки, вот, дальше вот, ну, в общем, главное, я сказал, что я бы все-таки, ну, решил, ну, купить сковородку, но потому что сковородка, все-таки, она, ну, подходит для
приготовления омлета. Ну, кастрюля, ну, то есть она абсолютно не подходит. Дальше вот напишите, по поводу правильного состава там омлета в комментариях. И, в общем-то, само непосредственно видео с приготовлением омлета выйдет уже, послезавтра. Потому что, пока сковородка, будет там идти, по почте, то может... пройти там, несколько дней. Дальше, дорогие друзья, все, с яйцами, покончено. Дальше, вот, еще, чтобы не выглядеть чмом, в кадре я сходил в барбершоп. То есть, вот такая, можно сказать, вторая, тема вот этого видео, то есть, можно сказать, видео на вот эту тему выходит там с периодичностью, раз в 3 месяца. Вот, я сегодня, также сходил в барбершоп, то есть, как вы всегда, то есть зашел, типа мне сразу предлагали, то есть там, будете там виски, там что-то подобное. Я сказал, нет, спасибо, я не пью. То есть я никогда в жизни не пробовал алкоголь, я не планирую его пробовать. Соответственно, захожу там, сами, понимаете, вот эта вся атмосфера в барбершопе. Я всегда стремлюсь абсолютно одинаково. Соответственно, по иронии судьбы, несколько дней назад мне от вот этого же донатера, то есть с камеры из Донбасса, поступило предложение, за сколько побреешься на лысо. Я ему сказал, что за 50 тысяч. К счастью, к моему большому счастью, то есть донатер мне не задонатил, 50 тысяч, потому что, признаться честно, я не хочу расставаться с волосами. То есть, вот такая прическа меня устраивает на все 100. То есть, смотрите, то есть, она вот так выглядит спереди, вот так она выглядит сзади. Точнее, сбоку. Вот так она выглядит сзади. Вот так она выглядит слева, вот так она выглядит спереди. Как уже, то есть, я не ходил ни в один барбершоп, ни в какой барбершоп, потому что я подстригся банально в парикмахерской, в которую хожу всегда. То есть в этот раз меня стригла женщина лет 5-10, но она меня уже не первый раз стрижет, и вот она меня полностью устраивает. Как говорится, раз на раз не приходится, то есть ты чисто приходишь, там ты можешь попасть абсолютно случайно. И вот за все время, лишь одна там попалась, что мне абсолютно не понравилось. Ее уже, к счастью, либо уволили, либо она сама там уволилась, я не знаю. Потому что вот за все время один раз вот такое было, что мне абсолютно не понравилось. Что меня, как меня, подстригли. А вот эта женщина, несмотря на возраст, то есть лет 50, может даже 60, я возраст правильно определять не умею, но то есть она, знает вот эти все современные там стрижки, и вот она мне, подстригла, я считаю, супер, то есть просто супер, то есть никаких там, никакой там остачи волос, по бокам, то есть я такого абсолютно не люблю, то есть я сотрюсь всегда так, то есть по бокам на лысо, сзади на лысо, сверху составляю, то есть сверху меня вообще, не укорачивали, то есть она спросила, укорачивать, я говорю, нет. В общем-то, подстригла она меня, я остался доволен, я ей оставил 100 гривен чаевые, потому что сама стрижка, там каждая, у каждой парикмахерши стоит, по-разному, то есть она сказала, стоит, 200 гривен, я ей еще, ей дал 100 чаевых. Если бы я где-то, работал, конечно, бы я ей оставил гораздо больше. А так, в принципе, 100 совершенно нормально, я считаю, потому что далеко не все люди оставляют чаевые. То есть я не понимаю оставление чаевых, в ресторанах, официант. Потому что вот это все никак не влияет на мою внешность. В случае с парикмахершей я считаю своим долгом, оставлять чаевые, чтобы у парикмахерши, как у собаки Павлова, вырабатывался рефлекс, что если вот я и даю чаевые, значит я
уважаемый человек, несмотря на то, что я живу в нищете и нигде не работаю, но тем не менее, стрижка, она очень сильно влияет на самооценку. То есть вот сейчас я подстригся, в ближайшие 2 месяца, то есть, но как минимум моя самооценка, то есть она будет до небес, то есть я даже бы там не согласился встречаться, наверное, с первой попавшейся девушкой, если бы у меня вдруг, но каким-то чудом кто-то предложил встречаться. Ну что, касается непосредственно самого стереотипа, что если инцел сходит в барбершоп, и у нее появится девушка, нет, абсолютно не работает. То есть, проверено мной много раз. То есть девушка у меня за все время не появилась, то есть никто не соглашается встречаться, никто не отвечает взаимностью, несмотря на многочисленные видео там о том, что я ищу девушку с Украины, которая там, например, хочет переехать ко мне. Но увы, никто мне не написал, хотя видео было снято там чуть ли не 10 штук уже. Дорогие друзья, вот такие можно сказать последние новости. То есть я не знаю, сколько после вот этого видео, которое выйдет через 2 дня, не смогу смотреть на яйца, хотя, когда я ходил в качалку, вот занимался спортом, то есть я из-за отсутствия денег на протеин, я ел по 20 яиц в день, то есть без привлечений, и они мне абсолютно не надоедали. Подписывайтесь на канал, потому что через 2 дня выйдет грандиозное, величайшее видео в истории человечества, потому что я буду готовить омлет из 100 яиц. И я еще раз хочу сказать огромное спасибо человеку с ником Скамера из Донбасса за вот такой огромный, огромнейший донат. И надеюсь, вот это видео, получится хотя бы немного и интересно. В общем, было такое видео. Если вам оно понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео.